Привет, друзья! Сегодняшний поход, прогулочку я почему посвящаю? Я посвящаю своему дню рождения. Дело в том, что я сегодня, 27 марта, родился. И в этот прекрасный день солнечный мне бы хотелось дойти куда-нибудь, куда я не ходил в такой хорошей погоде. Непередаваемое ощущение весны дает только лес. Запах весны, такой запах хвойного этого леса дает хорошее, здоровое дыхание. Ну что ж, тут, друзья, прекрасный вид. Стоило того, чтобы сюда подниматься, да? Еще немного дальше пройдем. Люди везде есть, да? Куда проложена дорога, куда люди едут. Такую прекрасную погоду, вот провести на природе. Люди едут, отдыхают, кушают мяско, пьют пивко. Когда начинаешь какую-то движуху какую-то, да? Свое там эго такое говорит, нафига тебе это надо, да? Вот то же самое, когда ты идешь на тропинку, на какую-то стал, на дорогу. И ты начинаешь туда двигаться, твое эго, твое я говорит, зачем тебе это надо, брат? Сиди спокойно, спи спокойно. А когда ты встал и пошел, реально поднялся до какого-то уровня внутреннего самооценки, ты говоришь, видел, мы с тобой сделали что-то. Поэтому это главное. Результат главное. Результат всегда придет. Поэтому, друзья, отмечаем сегодня день рождения свой вот в таком расположении духа, боевом. Ну что, друзья, крутой подъемчик нам преодолеваем. Так, бодренько. Движемся наверх. Люди ходят много. Отдыхает, наверное. Ну, добрался вроде бы до конца маршрута. Еще маленько. Сделаем памятный видеозарисовку там, да? Ну, в общем, драйв, конечно, охренительный. Не понимаю тех людей, которые ездят на машинах по лесу, на горы забираются, чтобы там отметиться, что они там типа были. Какой там вообще смысл, да? На лошадях сюда ездят еще ладно. Могу это понять. Вот одно чудо природы. Ну что, братья? Привет вам!
Всем привет! Всем привет! Ну что, друзья, мы залезли на каменную гряду, посвященное по восхождению моему дню рождения. Пора возвращаться. Каждый день, у каждого дня есть своя высота, да? И у этого дня будет эта высота. Давайте, братья, пока я еще вернусь к вам.